Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем олдскулить в Демон Крест. Так. Давайте-ка мы сразу сделаем то, что должны сделать. А именно. Сейчас. Так, да, давай, выходи. Так, должны мы зайти сюда. Чтобы понять, что такое вообще наши талисманы. Так, это талисман. Угу. Он нам просто рассказывает о том, что это за талисманы, да? Я не знаю, что он сказал. Меня это так напрягает. Только знали. Так, тем не менее, нам надо магия и лечение. Так, что же мы возьмем? Давайте возьмем Дес. По идее, оно тупо всех убьет. Это довольно круто, если это действительно так. Вот это возьмем. Так, у тебя я хочу... что я хочу? В принципе, я бы хотел бы вот это. Но с другой стороны... Ну давай возьмем, да, давай, давай. Оно, по идее, должно пополнить все наше... Вообще все наше здоровье восстановить. В принципе, у нас здоровья уже достаточно много, чтобы чтобы та обычная лечивочка уже не справлялась. Ладно. А мы можем что сделать с этим? О-хо-хо-хо! Вот это круто! А можем еще? Не-а. Ну ладно. Так, здесь, в принципе, нам делать больше нечего. По идее, поэтому давайте-ка двигаться дальше. Давайте еще немножко с этим... повозимся. Не знаю почему, но что-то мне кажется, что это не бесконечно можно делать здесь. Потому что они просто с каждым разом все... быстрее и быстрее двигаться начинает. Ну, я могу ошибаться, конечно. Запросто. Тихо. Да, что ж такое? Да ты посмотри на него. Это действительно так сложно. Один черепок надо было сбить. Ну понятно. Наверное, все-таки бесконечно. Не будем на это тогда тратить время. Пойдем на следующую локацию. Следующая локация у нас... аж там, да? Пойдем через море. Вот она. Какие-то башни. Так, возьмем вот это, потому что оно, по крайней мере, мощнее. Потом возьмем вот это. Главное, случайно это не использовать. О, я помню эти... Ай, эти головы. Аккуратненько. Аккуратненько. Угу. Тихо. Не знаю вообще, надо ли это делать.
Если я сейчас прицеплюсь ногами, я... Меня это ударит. Фу. Хорошо. Отлично. Теперь мы сможем использовать два зелья, да? Заполнить две бутылочки и менять их, когда надо будет. Ладно. А, монетка! Ай! Вообще-то не так хотел. Так. Угу. Тихо. Несет. Ветром несет. А там ниже ничего нет. Ничего нет. Ладно. Ау! Так, все довольно плачевно на самом деле. Потому что здоровья нету. А тут еще, очевидно, нужно быть с боссом каким-то сражаться. Да блин, да твою же ж. Может использовать... О, так-то лучше. Может использовать заклинание. Да не. Мне кажется, что заклинание еще будет использовать. Да что ж такое? О, фу. Хорошо. Ой, смотрите, там... Там что-то было, видели? Можно было спрыгнуть вниз. Так, давайте вот это попробуем. Не уверен, что это что-то нам дало. Однако. Да, хорошо. Блин, как-то... Мы ей урона не наносим. Совершенно. Ей как-то вообще все равно. Блин. Ну, может быть, и наносим, но очень слабый. Чересчур слабый. Да что ж такое. Так, предлагаю сделать следующее. Прыгнуть в ту... Да чёрт, что ж за фризы? Ну, не было их никогда. Были. Не знаю. Так, в данный момент я предлагаю сдохнуть, потому что мне не нравится, как сейчас началось. А теперь я предлагаю дойти до той воронки и прыгнуть в нее. Возможно, там будет что-то, что поможет нам навалять. Босса. Блин. Получилось? Да. И тут еще босс. Охренеть, сколько боссов.
Dark Souls каких это, 80-х, наверное, даже. Тихо. Что ты умеешь? Ты умеешь то же, что и предыдущая Горгулия? Или все-таки нет? Тихо. Интересно, что нам из нее выпадет? Из предыдущей нам крест выпал... Нет, из предыдущей нам выпал не крест. Здоровье, по-моему. Крест нам выпал из... О, да. Но это определенно проще, чем стрекоза. Или это еще не все? Это еще не все. Это надо было расценивать как... Просто охранника перед замком. Ну, понятно. О! В детстве я до этого даже не доходил, на самом деле. Единственное, о чем я мог в детстве мечтать, так это о том, чтобы, по крайней мере, пройти скелета. Я хочу знать, что у нас внизу. Вау. Еще талисман. А это как раз первый. Корона. Надо будет узнать, что и она делает. Пока пускай будет она. Тихо. Что ж такое? Вот честное слово, я не ожидал, что я тут что-то найду такое. Так, теперь я предлагаю сделать вот так. Да блин. Так, мы пришли отсюда. Нет. Скорее всего, вот отсюда. Или тоже нет. Да. Теперь точно знаю. Запутаться, в принципе, довольно просто. Так, секундочку. Да, теперь мы можем всего по два иметь. Хорошо. Крест бы еще один найти. А. Так, это нас приводит вот этому. Угу. Ну и так пойдем, давайте. Чтобы ничего не пропустить. Так и пойдем. А, я понял, хорошо. Осторожно. Так, что у нас слева? Да, блин, ничего.
Слева вообще ничего. Если нас по... Лечиться нечем. Плохо. Очень-очень плохо на самом деле. Здесь надо как-то аккуратней. Тихо, тихо. А! Прямо... прямо на топор, капец. Так, хорошо, а что, нам нужно опять все собирать заново? Нет, оно сохраняется, судя по всему, каждый раз, когда мы переходим... локация-локация. Да, хорошо. Это проще. Уже проще. Да, блин, что ж прямо под ногами-то, распаетесь. Да... Смотрится какое-то, да ты посмотри на него. Вообще смысла убивать, походу, нет. Они постоянно вылазят откуда-то. Сейчас опять под ногами вылез бы. Ну да. Их еще и не... коцает этот самый. В смысле... Секунду, сейчас. А! А в принципе тут никого не... за... станивает, скажем так, мои выстрелы. Не станет. Да что ж так? Это начинает бесить, на самом деле. Давай, 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 давай. Хорошо. Ага. Так, таким образом мы выбираемся на самый верх. Я понял. Здесь ничего нету. Если здесь сейчас будет босс, мы без здоровья, это вообще не круто. Ну, конечно. О, вот из таких выпадают кресты. Значит... Хорошо встретить тебя снова, Firebrand. Типа, на этот раз он нас не пощадит. Он на этот раз зеленый, да? То есть на этот раз он нашел другой крест, видимо, который потерял, между прочим. Ну, шансы есть. На самом деле. Несмотря на все, если это все, что он умеет, то, в принципе, можно. Можно навалять, не лечась при этом. Осторожно. Да сколько можно? Я не успел. Тихо. Еще один удар нам. Очень напрягает осознание того, что один удар. Ну, благо, что тут лечат после этого. А, я знаю, что мы можем делать, действительно.
чтобы его достать, надо делать вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Это же ж очевидно. Та-та-та-та-та. Еще бы чуть-чуть и попал бы. Офигеть, я там по нему не попадаю. Зато он попадает. Выглядит нечестным. Еще. Самое главное тут набрать высоту. Жалко, что не могу стрелять себе под ноги, это, ой, сильно бы помогло. Да, блин. О, летим, летим. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что получится улететь. Так, секунду. Блин, это сложно. Это очень круто и сложно. Хардкорно, мне это нравится. Вряд ли я бы смог пройти эту игру в детстве, конечно. Так. Ему надо-то, а? Вау! Ого! Вот это вот... Что это только что было? Может быть, в него стоит огнем стрелять? Или нет? Да твою же ж! Сложно. Реально сложно. Давайте попробуем в него огнем стрелять. Возможно, ему больнее будет. Угу. Я бы с удовольствием, конечно, сходил бы, купил бы заклинаний и прочего, но... Кажется, я не смогу этого сделать. Не уверен, что это ходит сильнее. Блин. Ну давайте все-таки пробовать этим. Может и сильнее. Его очень сильно откидывает после этого. Нет, но есть другая идея. Можно сделать вот так. И сейчас выходим и стреляем. Из меню выходим и стреляем, я говорю. Это уж точно будет бить сильнее. Но я летать не смогу тогда. Нет, это не годится.
Это не годится. Мне нужно здесь летать. Тихо. Но это как-то... Я не понимаю... Я просто не понимаю. Ему это приносит какой-то вред или нет? Ого! Что это такое? Так, это что-то новенькое. Блин. Так, предлагаю сходить за заклинаниями. Они у нас заклинания и... Что нам еще надо? И лечение. Желательно. Много. Возьмем импа. Имп мне больше всех нравится. Есть. Имп. И два заклинания. А, в смысле, две лечилки. Вот эти. Так, теперь, в принципе, шансы есть. Просто слишком неочевидно, я понять не могу. Попадаю я по нему как-то, не попадаю. Пора дойти теперь. Далеко. Нет, я имею в виду, что попадать-то я по нему попадаю, а вред я ему наношу какой-то или нет? Но нам больше, по-моему, идти некуда. Только он. То есть, на, скажем так, на вид. Только он кажется победимым сейчас. Хорошо. Да, чтоб вас всех. Что, опять? Странно. Неужели... Не, ну и все, что мы нашли, засчиталось? А! Ну, в принципе, да. Один шарик здоровья — это мало. Блин. Да что ж такое? Так, еще немножко он уже покраснел. Да блин, да чтоб тебя. Так. Так, знаете что?
Я предлагаю на этом закончить эту серию, наверное. Как я уже говорил, я не хочу делать их особо длинными. Тем более, серия получилась довольно насыщенная. В следующей серии, я думаю, мы ему наваляем и уже будем решать, что делать дальше. Стрекоза пока что выглядит довольно неуязвимо. Хотя этот товарищ тоже не особо покраснел, когда я по нему бил. Ладненько, хорошо. Давайте продолжим в следующей серии. Все, я надеюсь, вам понравилось. Так что всем удачи, всем пока.